Тема трубопровода, в отношении которого США в конце года ввели санкции, была поднята на переговорах Ангелы Меркель и Владимира Путина в Москве. Мы также говорили о проекте «Северный поток», конечно же. Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован. Нам необходимо довести его до конца. И отрадно то, что была достигнута очень хорошая договоренность на следующие 5 лет в области транзита газа через Украину. Мы также отслеживали события вокруг открытия турецкого потока. Германия и другие европейские страны выиграют от Северного потока. Северный поток 1, конечно, работает, Северный поток 2 еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект. Переговоры между лидерами продолжались более 3,5 часов. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток-2». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» должен быть достроен, а страны Европы только выиграют от его строительства. Такое заявление Меркель сделала на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Меркель назвала «Северный поток-2» экономическим проектом. Она уточнила, что, несмотря на санкции США, Берлин по-прежнему поддерживает этот проект. «Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — сказала Меркель. Российский лидер, в свою очередь, заявил, что Россия ценит позицию ФРГ по «Северному потоку-2». Он отметил, что Россия сможет достроить проект самостоятельно, без привлечения партнеров. Он допустил, что сроки окончания строительства трубопровода могут быть сдвинуты на несколько месяцев. Но в конце этого года или начале следующего он заработает, сказал Путин.